Эля-ду, курицарем, эля. Ты фунажишься, си, хвост дрожит. Пузатая, что ли, ты у меня теперь? Митсус хорошо тебя кормит, да? Ты такая хорошая стала. Фунажишься, Оля. Мяу. 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 Такая. Линяешь, волосы лезут. Кто там, ваюш, да, ваюш там. Эпагис, да, эпагис, мы с тебя покормим. Эла, калимера. Смотри, что делает. Какие-то пошешки. О, ты кани, тапты. Мяу. А ты фунади, тапты. О, какие-то ты кани. Tulipa tosi paljon, tällä on tosi paljon, niin mennä. Ne vrikis? Ja ti? No. Pama, se sopa mun mieli vastavilla. Miau. Kusat hoitat. Trapezi halase. Пьёшь аневики? И годен аневика я панаш на трапезе. Аптихиони. Поп. Сто. От снега. Так. Ехали. Так, давайте откроем дверь. Где-то у нас еда была. Подожди. Сейчас найду тебе еду. Подожди. Давай откроем здесь окно. Порта. Сейчас откроем здесь вот так вот. Холодно в доме. Сыро. Мы 2 месяца не были. Здесь. Пойна Митсус. Митсус говорит, не купил рыбу. Сегодня, говорит. Цветочки. Цветочки. Люсенькие. Подожди, Ром, подожди. Подожди, говорю. Подожди. Да подожди ты, Господи. Подожди. Вот еда у нас есть здесь. Мы сейчас ей дадим. Что ты там? Мяу! Упалась, оставила мне здесь свинство. Так, на улице что-то дождик прекратился. Всю дорогу шел дождь, мы ехали, я не снимала. Впереди нас шел грузовик с тяжелым и с песком. И все, и мы целый час ехали. Так, теперь я делаю все так. Что такое так? У меня камера не работает нормально. Девчоночки-мальчишки, Вайс с утречка, пока отвозил во французскую школу Костаса, купил, как она называется по-русски, шикоты, печенку. Вот. Сейчас я лучок, чесночок поджарила. Вот тут вот, что снимаю, не вижу, потому что смотрю в сковородку. И вот сейчас сальце туда. Сальце я вымыла, ободрала пленочку. Все вымыла. Малой привезли целый пакет еды. Мы же когда ездим в супермаркет, мы же еду покупаем ей. И привезли целую сумку еды ей. Вот такие вот дела. Вайс разжег камин, но он уже что-то у меня там чуть-чуть совсем горит. Видите? Чуточку совсем кофе пили, вот сейчас принесет дров сюда, закинет. О, прохладненько, надо вытяжку включить. Так, сейчас макароны, сейчас смотрите, от снега стол, я уже показывала вам его. Здесь у меня были цветочки, они все пропортились, нет, здесь пропортились они. С кем-то там разговаривают. Что-то разговаривают, что-то там с каким-то мужиком. У соседей, видите, что сделалось. Сломались деревья от снега. Митсус говорит, очень много снега было. Сломались деревья. Видите, здесь был этот самый
Бергамот. Вот это дерево. Бергамот. Там, видите, апельсин весь развалился. Тоже лимон, видите, ветка отломилась. Ой, у апельсина тоже ветка отломилась. Здесь ребята уехали, которые были, продается дом. Еще не продали. Уже все хотели купить его. Я вам говорила, из Брюсселя. И так уехали, не продали. Вишня. Вишня. А у нас начала цвести абрикосы. Потом покажу поближе. Ладно. Пускай. Вот такие вот дела. Пойдемте дальше, доварю. Что такое здесь прилипло? Что-то. Это жук прилип. Ладно. У меня здесь белье с прошлого раза еще весь стоит. На вешалке. Вот такие вот вещи. Ладно, девочки, мальчики, сейчас уберу со стола. Мы тут кушали. Скатерть не глаженная, потому что вытащила из-под стола. Из ящика. Кекс купили вчера. И сегодня кофе. Я утром не пила кофе, чтобы меня не укачало в дороге. Кофе не могу пить в дорогу. Вот. Такие вот вещи. Сейчас еще сварю макарошки. Еда кошачья. Мурыська моя удрала, говорит, спать. У Митсуса же есть домик у нее там. Спать. Так поела и спать. Так. Ладно. Кипятиться. Сейчас. Соус томатный. Сметану не буду. У меня дома осталась сметана. Можно было бы со сметанным соусом сделать. Но придется с томатом. Вот такие вот вещи. Ладно. Меня спрашивали, пост, Люда, держите? Не держим мы, девочки, пост. Мальчики тоже. Так, я поставила сюда кисель, сейчас сварю. Здесь макарошки. И сейчас вот этот вот разведенный киселек вот сюда вот. Сейчас размешаю. Который я купила в русском магазине, который уже не русский. Цены видели, да, все? Квас взлетел. Знаете, он был где-то 1 евро 60 центов. Вот 50, может быть, даже и меньше. Может быть, не помню. А сейчас стало 4 евро почти. 3,90. 3,90, да. Вась говорит, да вино легче, говорит, купить и пить в Греции. Ну вот, так что вот такие вот дела. А я сейчас киселечек вишневый. И потом. Такие. Вась дрова притащил. Зажег мне в камине. Дрова. Сразу тепло становится здесь. Вот. Печенка готова. Все. С подливкой. Сейчас макароны пачку сварю, потому что еще косточку, еще здесь настрою. Еще надо будет домой заберем. Потому что дома-то вечером тоже надо будет что-то кушать. Сейчас покушаем. Чеснок. Чеснок, наверное, оставлю здесь. Есть чеснок? Ой, у меня тут и лук пророс. Слушайте. Ох. Надо Митсусу отдать, пускай он его посадит. Будет зеленый кушать. Давай иди сюда. Пускай он его посадит. И у него прорастет он. Ничего, ладно, что теперь? Что теперь? Зеленый будет потом. Пускай он его воткнет в земельку. Везде трава, трава кругом у дома. Зеленая трава. Вот. Какое-то деревце распустилось. Вот, видите, беленькие цветочки. Какое, я не знаю. Ну-ка, выйдем, посмотрим. Посмотрим, что тут у нас. Митсу что-то там долбает. У него тоже. Это не апельсин, вот этот вот сломался. Это лираджи. Лираджи – это кислые апельсины дикие. Вон какое-то дерево. Миндаль, может быть. Ну-ка. Вот. Миндалька, наверное, да. Вес. О, апельсин наш единственный остался. Ладно. Ну, что теперь делать? Такие вот вещи. Давай закроемся, а то мухи залетят. Для чего? Ой. Криво.
криво закрывалась. Ладно. Сделала ладан сюда. Вот у нас такой. Он вкусно пахнет так. Такой сюда насыпала. Сейчас, ну-ка, давайте еще один вот этот большой. Сейчас еще Вайс придет, и мне достанет уголек из печки, из камина. Я зажгу и пройду по всей квартире. У меня вот здесь их много, ладанов. Вот. Тут вот так вот все. Из этой штуки сыпется мусор, когда нас нету, когда она не работает, когда есть ветер. Здесь все было в этом самом в пыли. Пришлось вытирать мне все. Сейчас придет Вайс. Или я сама пойду. Давайте посмотрим. Что у меня там есть? Тряпка половая здесь. Найдем какую-нибудь. Ух ты, что такое? Убежала сюда. Сюда даже вылетел. Оп. Он вылетел. Оп. Надо этот самый поставить. Слушайте. Вау, кеги-то как. Ой. Так, где у меня? Вот эта штука. Эта штучка. Снимать неудобно одной штучкой, ручкой, ручкой, штучкой, ручкой, штучкой, ручкой, штучкой. Так возьмем уголек туда, и оно сейчас будет пахнуть. Так, сейчас оно будет пахнуть очень вкусно, как в церкви. Ладно. Ой, ой, да вешайся ж ты, вешайся ж ты. Топор у него здесь. Вот, видите, все. Держаться надо аккуратно, чтобы не... подпалить руки себе. Ой, как вкусно пахнет. Ладно, девочки, мальчики. Так, закрываем. Смотрите, как. Смотрите, как дымочек идет. И будем пройдемся по всей. По всей квартире, по всему дому. Нюхните, нюхните. Ваниль такой вкусный. Ой. Давай, привет. Скажешь всем? Ну, кушать будем сейчас подливка с макарошками. Псуми. Псуми, хлеб. Эля. Митсус эрхете. Эрхете. Эля, эля. Аникс это в то, кефто паракало. И кисель у нас там. Эля, и писимус калисменус. Эля, эля. Яшу, пес то все олос. Γιατί κρέστησε, γιατί κάνεις σταυρό, για φαγητό. Θα πάτε όλοι εκεί που θα να κάνω ψωμό. Έλα, έλα εδώ, έλα να φάμε. Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Εσύ με το πιάτα σου δηλαδή. Με το πιάτα σου. Να, έχει το πιάτο. Εντάξει, άντε, άντε, κάτσε μου να φάμε.